Йосеф Ассадик учился у своего отца. Он проучился 17 лет. Абдасор, Йосеф Ассадик Таалими Падари Исраэлия Гриф. Оле агар падру мовдар фарзанда Абдасор Росанги Таалими Исраэлия Дианагар, он останется всегда его сыном. Агар ки воспитани нес, ин савдои хин, айнуқса имрӯз Америки боба. Йосеф Ассадик, бинетон, протяжение жизни, когда его продали, он был рабом. После рабства он стал тюремщиком. После этого он стал властелином, можно сказать, властелином мира.